Занимается глиной, вот, не реконструкторское время. Можете видеть, приблизительно изготовлен нами аппарат, который мы использовали себе вчера. Игрушки более, на более профессиональном уровне. То есть не просто там оружие, то есть быстро, качественно. Большой круг назад. И сразу да. Хорошо, почти. Молодец. Все, пойдем дальше. Да. Спасибо за тренировку. Да, пожалуйста. Ну, сам я из Жуковского. Вот. Сын у меня занимался в Раменском здесь, вот тоже в клубах в реконструкции. Мы вообще лучники, у нас клуб Добрыня, и мы работаем вместе с вот, группой Васильев и сыновья. А зовут как? А меня зовут Сергей. Сергей. Вот. И мы стреляем из лука вообще, и поэтому у меня колчан такой, и мы применяем вот старинную технику стрельбы с кольцом. То есть у нас клуб прям такой с кольцом. Вот. А проща – это как бы такой способ, это древнее, античное вообще искусство. И раньше многие умели владеть прощой, поэтому это такое интересное искусство, оно сложное. Вот. И с детства учили. То есть, чтобы научить хорошо метать прощой, надо с детства. Ну и костюм, естественно, изготовлен собственными руками. Да, конечно, мы сами все шьем. Вот. Ну, можно сказать, что это увлечение, хобби, или это все-таки как-то уже вот повлияло на вашу жизнь? Ну, сейчас это и хобби, и уже как бы образ жизни такой. Здесь можете видеть представленные варианты вооружения, которые мы используем. Соответственно, это, соответственно, булава, символ власти в то время, потому что мечи, ношение мечей строго регламентировалось, и в ножнах, если меч был в ножнах, он специальным образом завязывался, чтобы человек не мог его выкупить. И для того, чтобы показать свой статус и показать о том, что он на самом деле лучше нагнуть человек, который есть, и вот так вот снимать. Пять стрел, три нужно попасть. Кто попал, проходит последний этап, когда уже на количество. Все поняли? Да. Родить пора? Райви первый. Собирай. Встань, пожалуйста, не пускай никого. Вот это у нас новый пик производства. Вот. Не из гравиров? Нет, это титановая кольчужка, соответственно, очень облегченная. Вот, можете взвесить. Вот, реальная кольчуга весит. Килограмма 3, да? Да. Теплая. Ну, наверное, для кольчуги, да. Да, вот. Соответственно, можете поверить. Меня зовут Константин, приехал я из славного города Раменское. Замечательно, значит, Семенашинский. Да. Вот почему вас заинтересовала именно старинная стрельба из лука? Не только стрельба. Меня вообще заинтересовала история. Я пришел в клуб исторической реконструкции наследия предков в нашем городе и уже практически 20 лет занимаюсь исторической реконструкцией. А сюда входит в том числе стрельба из лука. Понятно. То есть можно понять, что это не просто увлечение, а это уже ваш образ жизни. Хобби, да, образ жизни. Да, можно так сказать. Спасибо вам, хороших успехов. Вам спасибо. С днем города. Не...